Юрій Євдокимов, регіональний координатор всеукраїнської акції «Відповідальність починається з мене» у Миколаївській області, автор проєкту громадського бюджету Миколаєва «Джерело та чисте суспільство». Отже, Юрію, вітаю, доброго ранку. Доброго утра. Громадський бюджет. На вашу думку, наскільки це взагалі необхідно, що це взагалі таке і чи є якась від нього користь для миколаївців? Ну, по моему мнению, что это отличная идея, которая реализована органами местного самоуправления для того, чтобы вовлекать население, для того, чтобы они придумывали какие-то необходимые для каких-то отдельных громад или районов города Николаева проекты и сами его реализовывали, были заинтересованы в его дальнейшем благоустройстве и контроле за тем, чтобы там все-таки был порядок и чистота на этих территориях, либо проект, ну, в зависимости это или уличное какое-то мероприятие, ну, или проект, либо оно размещается где-то в стенах либо школы, либо каких-то других социальных учреждениях. Ви є автором проєкту «Джерело та чисте суспільство». Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про цей проєкт і на що він направлений. Цей проєкт має одноіменне названня з общественної організації, яка була зареєстрована в Корабельному районі. Я на самом деле к этому проекту подключился не так давно, то есть эта идея еще где-то с конца прошлого года начала как-то собирать вокруг себя людей в Корабельном районе, а именно в Октябрьском, вокруг одного места, которое в Корабельном районе известно как Родник, в парке Молодежный. То есть появилась там инициативная группа, которая захотела своими силами убрать сперва эту территорию. Потом постепенно группа разрасталась, и была идея благоустроить, создать какие-то новые локации для детей, для спорта, чтобы было разнообразие, потому что до недавно эта территория была любимым местом алкоголиков и наркоманов. На сегодняшний момент это территория, где постоянно проводят свое свободное время молодежь, школьники, приходят детские группы из садиков для того, чтобы показывать, принимать участие в развитии этой территории. То есть там постоянно какие-то мастер-классы проходят, там собираются неравнодушные жители Корабельного района, которые тратят свое время, свои силы, свои деньги в развитии этой территории. То есть изначально эта идея была своими силами и своим временем привести эту территорию в порядок. Ну, это примерно где-то было с начала года. Активная фаза наступила где-то с мая месяца, когда начались подготовительные строительные работы, то есть была расширена чаша для купания, была задействована огромная территория вокруг этой чаши. Благодаря спонсорам и меценатам построили спортивную площадку. Благодаря всем жителям, которые, ну, приезжали туда, помогали финансово своим временем. То есть эта территория расширяется, появляются новые локации. И хотелось бы отдать благодарность всем людям, которые финансово помогали в развитии этого проекта, которые ежедневно на выходных приезжают туда, проводят там свое время, работают. То есть, тобто парк почав відновлюватися, так? Почав жити своїм життям. Постепенно. До речі, навколо цього місця дуже багато легенд та міфів, так? І чому навіть парк також називають Богоявленським, і взагалі місце це Богоявленське, тому що за народними легендами саме в цьому місті з'явився Бог, і завдяки Богові якраз ми маємо це місце, яке миколаївці називають Родник. Да, ну история этого места очень уникальна и очень интересна, то есть оно появилось еще со времен Потемкина, который разбил на этом территории парковую зону. И там где-то, я не знаю, по истории есть раскопки, ну, точнее фундамент остался от поместья Потемкина, либо какое-то здание, которое было с ним связано. И Родник — это было одно из центровых тогдашним жизни, местом, куда собирались постоянно люди, куда приходили за водой. То есть такое было культурно-досуговое место. Юрій, розкажи, будь ласка, детальніше, де можна ознайомитися з вашим проєктом, подивитися на нього, почитати? Ну,
в первую очередь это можно на сайте городского совета найти ссылку на громадский бюджет, и там в разделе «Большие проекты» есть посылание на наш проект «Джерело чистого суспільства» номер 98, поэтому хотелось бы обратиться ко всем жителям Николаева, которые могут уделить этому времени и проголосовать за проект номер 98. Также есть возможность проголосовать в администрациях всех районов города Николаева, в частности и корабельной администрации. С режимом работы можно ознакомиться непосредственно в администрации. Ну и хотелось бы также призвать молодежь не быть равнодушными, голосовать, приходить, помогать, восстанавливать этот родник. А на вашу думку, цей проєкт він все ж таки більшою мірою буде цікавий жителям корабельного району, чи все ж таки жителям інших районів? Ну, я думаю, що в першу чергу це все-таки для жителів корабельного району, ну, так як це місце унікальне, там і зимою, і літом одна постійна температура води, чиста вода, і територія, в принципі, благоустраивается вокруг этого района. Думаю, будет всем интересно приходить, закаляться. Кто-то, может, зимой будет моржевать, кто-то готовится к моржеванию. В принципе, я же говорю, сейчас идет контроль за этой территорией. То есть там не, ну, территория запрещена по распитию алкогольных напитков. То есть за этим следят. Те, кто не согласен с этими правилами, просто просят не приходить туда. То есть территория для детей, территория для семей, территория для молодежи. І наостанок, скільки днів є для того, щоб ще проголосувати? Якщо я не ошибаюсь, по-моєму, ще залишилось 10 днів. Останній день голосування – це 18 сентября. Вже трошки менше так. Окей, Юрію, дякуємо за візит, дякуємо за те, що робите такий ось проєкт. Сподіваємось, що він буде реалізований. Наголошую на тому, що наразі проєкт набрав найбільшу кількість голосів в категорії «Великі проєкти». Юрію, дякуємо.